В настоящее время в Эквадоре проходят вторые всемирные кадетские игры, организатором которых является Международный совет военного спорта СИЗМ. Курсанты высших военных учебных заведений из многих стран мира борются за победу в 6 спортивных дисциплинах. Успешно выступают российские курсанты. Их появление на спортивных аренах эквадорских городов Кита и Салинас неизменно вызывает настоящий медальный дождь. Во второй день соревнований особенно отличились наши пловцы, завоевавшие 5 золотых медалей. Всего за 2 дня наши спортсмены выиграли 19 золотых, 11 серебряных и 2 бронзовые медали. Таким образом, российская команда уверенно лидирует в общекомандном зачете. Для сравнения, идущая на втором месте команда Эквадора имеет только 5 золотых медалей. Ждем новых стартов и новых побед наших спортсменов.